Szeretettel üdvözlöm a fesztivál nézőit, Németh Andrások a HVG újságírója, és az elkövetkező közel fél órában Vitali Mánszkijjal, a Gorbacsov Mennyország című dokumentumfilm rendezővel fogok beszélgetni. Én megnéztem már ezt a filmet, nagyon érdekes volt, nagyon sok újdonságot megtudtam Mihály Gorbacsovról, aki ugye egészen a Szovjetunió széthullásáig vezette ezt az országot. Remélem, hogy önnek is tetszeni fog a film, és most akkor üdvözölném Vitali Mánszkijt. Nagyon örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Tak da možno načinať. Tak. Dobrý deň. Váš cíl s tým filmom byl predstaviť Mihaila Sergejeviča Čilavek. Ja dúfam, že vy uspeli to vzdelať. No, vy už je očeň dávno jeho znajete. Как он себя видит, как герой или жертва истории, или как он себя видит сейчас? Я думаю, он трезво оценивает свой вклад в историю и России, и Европы, ну и мира в целом, и оценивает этот вклад как, безусловно, позитивный, положительный. Но, конечно, он также трезво оценивает то состояние общества российского, ну и некоторых других стран, которые не воспользовались тем шансом, который у них появился в результате правления Горбачева. Поэтому он находится, естественно, в такой внутреннем конфликте с серьезным уровнем глубинного разочарования, но и с очень удивительным, светлым и каким-то таким даже, может быть, неадекватным оптимизмом взгляда в будущее. Это интересно, что вы сказали, что оптимист, потому что я точно встретился в Венгрии с журналистами, которые его знают. И один из них мне сказал, что Горбачев ему сказал, что счастливых реформеров нет. И мне тоже, когда я посмотрел ваш фильм, я чувствовал, что он одинокий и грустный как-то. Это правда или нет? Ну, конечно, это правда. Это и есть часть того внутреннего конфликта, который испытывает Горбачев, будучи реформатором, в общем, ну, по факту, наверное, проигравшим в локальных своих проявлениях, то есть для своей страны. Но для мира все-таки он победитель. И вот это одновременное состояние и в качестве проигравшего, и в качестве победителя в одном человеке, и, конечно, вот это еще, так сказать, и возрастной определенный вакуум, который вокруг любого пожилого человека, ну, так сказать, возникает вне зависимости там, от его статуса и прочее, прочее. Это все, конечно, вызывает в нем определенную грусть. Но грусть, повторюсь, с очень, опять я использую эту фразу, неадекватным оптимизмом. Это очень интересно, потому что его видят на Западе как герой, а, наверное, в России многие его считают как предатель. И... Да, продолжайте. Нет, нет, продолжите. Я думаю, что многие в России не имеют, к сожалению, своего мнения и подчиняются той риторике, которая им с утра до вечера вдалбливается пропагандой. А пропаганда по отношению к Горбачеву безжалостна и однозначна. Горбачев предатель, Горбачев продал интересы России, Горбачев продал Россию. Необходим суд над Горбачевым. И человек, будучи неспособным к анализу, неспособным к собственной рефлексии, неспособным к собственной памяти, он очень легко поддается этому. И это действительно сейчас такая вполне мейнстримная позиция молчаливого большинства. Горбачев нас предал. Еще один вопрос по настроению Горбачева. Это, по-моему, один из самых интересных предложений был то, что когда вы сказали, что это в небесах, и он сказал, что сейчас живу в аду. Он действительно так думает или нет? Или это была только шутка? Я думаю, что это была
данном конкретном контексте это была шутка. Но я думаю, что никогда мы не будем шутить, если мы подсознательно не ощущаем каких-то вещей. Но мы не будем шутить. Но я не буду приводить примеры, это, по-моему, достаточно само по себе убедительно. И, конечно, он ощущает себя вот в этой России, которая... Он борет... Знаете, я ведь много с ним спорил за кадром, и он отчаянно пытается доказать, что Россия еще не провалилась окончательно в диктатуру, что Россия окончательно не отказалась от надежд на свободное демократическое развитие. Но отстаивая это, знаете, как болельщик такой, ну, совсем аутсайдера футбольной команды, который уже вот вылетает из всех лиг, но он болеет за эту команду с детства, и он говорит, ну, нет, вот они, еще они покажут, они еще вот сейчас соберутся, и вот, значит, вот это приблизительно такая, какая-то вера в чудо. Вот он, кстати, и многие его реформы основывались на вере в чудо. Он действительно думал, что, дав людям свободу, он может сохранить несвободное государственное образование, которое было сколочено силой и, так сказать, гвоздями. Он думал, что, дав свободу людям, они не эти страны, эти народы не разойдутся. Он думал, что, дав свободу Восточной Европе, она почему-то останется вместе с Советской империей, которая лишила их права на ту самую свободу. Это, конечно, абсолютная наивность, но наивность, на мой взгляд, все-таки лучше, чем глубинный цинизм нынешней российской власти, которая более успешна, но успешна в уничтожении свобод. А Горбачев был менее успешен, но менее успешен в даровании свобод. Да. И это совершенно принципиально разные векторы и принципиально разные миры. Это очень интересно, и потому что ну, я хотел бы тоже спрашивать, как он сегодня видит то, что происходит в России. Но вы как-то ответили. Но он сегодня вот тогда оптимист, да? Немножко. Да, он, даже вы знаете, может быть, я бы это сравнил не то чтобы с оптимизмом, а вот когда близкий человек болен, ну, какой-то такой неизлечимой болезнью, но еще жив. Может быть, даже он находится уже почти в коме, в палате реанимации. И, в общем, все родственники, близкие, любящие его, они, в общем, понимают, что конец неизбежен. Но пока бьется сердце, они, так сказать, они как-то вот говорят, ну, нет, еще не все, еще не все. Вот Горбачев, мне кажется, смотрит на Россию, лежащую в коме в палате реанимации, как на что-то очень для себя близкое, родное, с очень большой надеждой, что вот это еле-еле бьющееся сердце как бы не только преодолеет болезнь, но еще, так сказать, сбросит с себя эту старую сморщенную кожу, расправит плечи и превратится в молодого прекрасного юношу, который, ну, это, к сожалению, нереально. Нет, в этом смысле он не реалист. Нет, я полностью с вами согласен, на жалость, потому что я тоже много побывал в России и видел путинскую Россию. Я об этом я буду вас спрашивать, если не против. Да, пожалуйста. Как вы думаете, если бы был шанс начать все снова сначала, он бы сделал то же самое или сделал бы по-другому? Я думаю, что каждый из нас, начиная все сначала, конечно бы пытался использовать опыт ошибок. Конечно. Но я не думаю, что начиная сначала и будучи Горбачевым, он бы все равно наивно полагал, что можно избежать каких-то ошибок, но стратегически он точно попытался бы опять сохранить Советский Союз, совершенно очевидно. Он
опять бы постарался сохранить влияние, он бы опять думал о сохранении роли Советского Союза в мировой геополитике, а не о каком-то, какой-то интеграции и вхождении в мировое цивилизованное пространство, как сделали многие восточноевропейские страны. Не могу это с уверенностью сказать о Венгрии, но многие другие. И как я... Да. Какие он ошибки сделал? И он осознал эти ошибки или нет? Я думаю, что глобально его ошибка была прежде всего Вы знаете, мне кажется, что я лично очень рад, что он сделал многие ошибки. Начнем с этого. Потому что если бы он их не сделал, то, может быть, мир был бы хуже. Поэтому, так сказать, вот он, например, считает, что его ошибка, что развалился Советский Союз, а я только приветствую. Поэтому тут мне сложно, так сказать, и я как бы люблю Горбачева в комплексе за все его и не ошибки, а может быть, еще больше за его ошибки. Поэтому мне сложно тут как-то модерировать этот разговор. Нет, это очень интересно, да. И как у него здоровье, как у него... он встретится с людьми, видят на улице, какие отношения с людьми? Ну, к сожалению, особенно последний год в ситуации пандемии, он и до этого, нельзя сказать, чтобы особо там мог бывать на улице и встречаться с людьми, хотя все-таки это так или иначе происходило, но очень редко и в очень каких-то ограниченных объемах. А сейчас, в силу пандемии, у него он находится в самой топовой группе риска, поэтому даже его сотрудники не могут с ним встречаться сколь-нибудь регулярно, и он, по сути, находится в силу этих очевидных обстоятельств, находится в изоляции и общается в основном по телефону или по там, интернету. Но, в общем, он, по-моему, и тоже по вашему фильму, он очень романтичный человек. Это правда? Или как вы видите? Да, абсолютно, абсолютно. И я бы сказал, что вообще нормальный человек должен быть романтиком. Если человек не если мы прекращаем, так сказать, верить в какие-то идеалы и перестаем быть идеалистами, мы перестаем жить. И поэтому Горбачев в свои 90 лет продолжает быть очень живым человеком. А еще вот вы меня не спрашиваете, а я вам скажу, что ведь во многом этот фильм сделан и для того, чтобы мы каждую минуту фильма, вольно или невольно, сравнивали этого живого 90-летнего Горбачева с неживым, достаточно молодым, но более молодым по возрасту, нынешним правителем Кремля. И вот, на мой взгляд, здесь выбор совершенно очевидно в пользу Горбачева, да, который умеет любить, умеет страдать, умеет сожалеть, умеет признавать ошибки, умеет, ну, умеет жить. Ну, по-моему, и Владимир Владимирович тоже умеет любить, но это деньги и власть, нет? Нельзя любить ни деньги, ни власть. Это не любовь, это извращение, на мой взгляд. Да. Вы сделали документальный фильм и о Горбачеве, и о Путине, и о Ельцине. Самые близкие к вам. Кто самый близкий вам из этих трех? Но особенно уже ответили, ну как вы думаете о Ельцине, например? Потому что он тоже интересный человеком был. Да, Ельцин, безусловно, интересный человек, но с Ельциным я не представляю себе вечер, там, я не знаю, 5 часов, проведенных с Ельциным
в какой-то откровенной беседе. Притом не то, что я себя не представляю в этой роли. Я вообще никого на планете Земля не представляю в этой роли. Даже его жену и дочерей. Вот просто не представляю себе ситуацию, что вот можно сидеть с этим человеком и о чем-то таком глубинном, искреннем говорить. Это, знаете, ну как разные такие... Вот есть роман, а есть эссе. Это разные форматы. А эссе – это не значит, что это плохо. Просто это разные вещи. Да. И вот Горбачев с Ельциным очень разные. И эссе, оно может быть очень эмоциональным, оно может быть очень ярким, оно может быть очень... Но оно по своей структуре как выстрел, а как что-то такое очень короткое, ограниченное. Да. Ну а с выстрелом ритм не поймаешь. Да. Он, по-моему, тоже, я чувствую, что он все еще любит Раису Горбачева. Как вы видите, сколько он вспоминает о ней, как он живет один, или какое отношение у него с детьми? Да, он всю жизнь любил свою жену, он добивался ее, он не стесняется признаваться в ее важной роли в его жизни, в чем-то даже в роли ведущей в их тандеме. У него одна дочь, которая, конечно, любит своего отца, и здесь нет никаких на сей счет сомнений, но в силу обстоятельств дочь живет в другой стране, внучки живут, две внучки, взрослые женщины, к слову сказать уже, живут своей жизнью в другой стране. Это уже само по себе не позволяет им каждый день или раз в неделю навещать отца и деда. А в ситуации пандемии, когда въехать в Россию просто ну, невозможно, закрыты границы, это общение, конечно, сейчас в каком-то смысле очень нарушено. Вот так я откомментирую. Да, и поэтому по факту он один, потому что все его друзья и сверстники просто физически уже ушли в мир иной. И как сейчас думают о Раисе Горбачёва в России? Потому что, когда был Советский Союз, он не был очень популярной. Это изменилось после смерти ее или нет? Я думаю, нет, не особо изменилось. И что странно, кстати сказать. Mm-hmm. Хотя я не уверен, что какие-то были социологические опросы на сей счет. А Россия такая странная территория. Вот знаете, сейчас у всех на слуху, не просто на слуху, а очень такое символическое имя Навальный. А вчера опубликовали рейтинги, ну, как бы... доверие. И оказывается, в России у Навального по этому рейтингу доверия 5%. Да, ну я просто не могу в этом верить, знаете, потому что... Но я тоже не могу, я просто говорю, вы меня спрашиваете, как да. изменилось отношение к Раисе. Да. У меня, если вы меня спросили бы, я бы вам ответил, но вы же не мое мнение спрашиваете, да, точно. А мнение страны. Да, для да. меня Навальный тоже не 5%. Да. Понимаете, но... Будете снимать фильм про Навального? Поживем, увидим. Да, потому что было бы очень интересно. Я бы хотел сейчас несколько вопросов задавать о России или тоже о вами, потому что вы подверглись цензуре в России. Как вы видите, что там происходит сейчас и что будет? Как долго еще будет Путин в власти? Будет передача власти мирно или как это будет? То есть сначала, как вы видите сейчас ситуацию в России? Ну, вы знаете, я считаю, что сейчас ситуация в России лучше, чем была еще пару лет назад.
ответ, я понимаю, такой провокационный. Но я объясню. Мне кажется, определенность лучше неопределенности. Сейчас возникла абсолютная определенность в позиции власти. Она заявляет, первое, нам не интересно мнение мирового сообщества, ну, точнее сказать, цивилизованного мирового сообщества, потому что они говорят, знаете, мир не един, есть еще Китай и там... И Венгрия. Ну, и Венгрия. Не хотел обижать Венгрию. Нет. Вот, значит, это первое. Второе, они говорят, мы не будем вести диалог ни с кем, ни внутри страны, ни за ее пределами. И мы отказываемся от, так сказать, от попыток создания образа демократического государства. Все, это прекрасно. Это, собственно говоря, всем дает право принимать решения. Диапазон этих решений огромен. От иммиграции до подрыва мостов и там, я не знаю, государственных учреждений. Но ты как бы понимаешь, что это теперь так. И это куда лучше, чем иллюзии, что нет, но мы вот тут сейчас мы проведем выборы, мы там пройдем в парламент, потом мы... Нет, никаких выборов не будет, а Путин будет править до своего физического конца. Даже если он перейдет в статус солнца или там, я не знаю, лидера нации, пожизненного, так сказать, я не знаю, что там. Это не важно. Абсолютно не имеет никакой... Мы же уже видели 4 года, когда президентом якобы был Медведев. Да. Ну, вот так и будем жить. И мне очень интересно ваше мнение о том, что я не могу решить этот вопрос, что Путин, он сам руководитель или Путин только лицо силовиков или ФСБ? Значит, кто у власти, ФСБ или силовики, или это Путин? Нет, конечно, у власти Путин и управляет он властью посредством силовиков. Угу. Да, потому что, да, и вы говорите, что он будет власти до конца жизни, значит, да. Еще да. Примерно 16 лет, да? Ну, я думаю, что больше. Я думаю, что где-то, ну, полагаю, что лет до 85 он проживет. О, да-да-да. Соответственно, я думаю, что еще вот эти, там, сколько получается, 25 лет. И почему вы покидали Россию? Сейчас вы живете в Риге. Когда вы переселились и почему? Я переселился из соображений гигиены. В момент, когда Россия аннексировала Крым и началась военная кампания в Украине. И я бы не уезжал, если бы эта кампания украинская была не была бы так ярко поддержана российским большинством. И находиться в пространстве людей, которые оказались счастливы от того, что они развязали, в общем, так сказать, войну с соседним государством, я не мог себе позволить. Я даже не то, что позволить себе, я просто физически не мог находиться в этой атмосфере. И я просто вышел, знаете, когда что-то... Ну вот я вышел вон. В данном случае, я бы так сказал, есть такое русское классическое, так сказать, словосочетание. Я вышел из этого пространства. Да. Вы сказали, что большинство россиян поддерживало Крымскую акцию и поддерживали Навальный. Что вы думаете о Навальном? Потому что он мог бы
хорошее решение для России или нет? Что вы думаете о Навальном? Он был националистом в основном. Вы знаете, я бы тут был осторожен с, так сказать, с маркировкой Навального как националиста. Мне кажется, что Навальный на начальной стадии своей политической карьеры искал себя. И, понимаете, это равно как взрослеющий мальчик совершает какие-то не очень достойные, так сказать, поступки с позиции взрослого мужчины. Но называть взрослого мужчину, так сказать, за какие-то детские шалости всю жизнь там, это просто неправильно. Сейчас Навальный сформировался как совершенно четкий противник действующего режима, как самый смелый, как самый последовательный, как самый героический по своей харизме человек. И только такой человек может выступить против этой системы и одержать верх. В конечном счете, в результате очень длинного, опасного для него и очень тернистого пути. И мне кажется, что сейчас те россияне, которые, их не так много, но они есть, которые, допустим, либерально настроены и говорят, вы знаете, мне вот не нравится прическа Навального или размер его обуви или, так сказать, фасон его рубашки, и поэтому я предпочту его не поддерживать, а буду поддерживать какого-то кандидата, не имеющего 0,001 шанса вообще на реализацию своей программы, это тупиковый путь. Поэтому кроме Навального нет другого человека, вокруг которого есть сейчас практический смысл объединять усилия всех, кто против этой системы. И именно с этими мерилами я подхожу к Навальному. И будет ли он русским Нельсон Мандела? Вы знаете, тут ведь проблема, что Россия, к сожалению, не разделена на белых и черных. Поэтому, чтобы стать русским Нельсоном Манделой, нужно, чтобы возникло вот это большое черное большинство. Ну, насколько я понятно объясняю. Да. Пока его нет. Пока Навальному некого вот так глобально возглавить. Но все-таки думаете, что он имеет некий шанс, да, против Путина? Он единственный, кто имеет шанс против Путина. Угу. И так как он единственный, я бы не стал сейчас мерить проценты его шанса. Ну, у нас в основном истекло время. Желаю вам много успехов и надеюсь, что будем разговаривать после фильма о Навального. И желаю вам успеха опять. И большое вам спасибо. Да, спасибо. До свидания. Спасибо. Удачи. Hát ennyi lett volna az interjú. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Bízom benne, hogy ez az interjú azoknak is mondott újat, akik már látták ezt a filmet, akiknek még nem sikerült ezt megtennünk, azoknak egészen a fesztivál végéig alkalmuk lesz. Én nagyon ajánlom, és nagyon szeretném, hogyha minél többen megnézni, higgyék el, érdemes.